Всем привет! С вами Маргарита и Алексей. Наш сайт испаниялиф.ком. Мы снимаем для вас самые интересные варианты недвижимости в Испании на побережье Коста-Бланка. Мы продолжаем показ апартаментов в курортном городке Санта-Пола с видом на море в 100 метрах от песчаных пляжей. В прошлой серии мы показывали вам бунгало, а сегодня я хочу показать вам апартаменты, которые имеют фронтальный вид на море, и вы можете видеть его сзади меня. В закрытой резиденции с общим бассейном, подземным паркингом. Апартаменты различные совершенно по планировке, разные террасы, разные виды. Террасы есть большие, есть апартаменты подобного плана, но с солярием. Они не меблированы, так что давайте смотреть. Мы с вами были на террасе, которая выходит из гостиной комнаты. Сейчас мы с вами можем видеть гостиную комнату. Большие окна дают очень красивый вид даже из комнаты на море. Много света. Гостиная просторная, выведены розеточки, разводка для антенн. Можете поставить и диван, и телевизор, и стол. В цену включена предустановка на кондиционер. Во всех комнатах вы можете видеть вентиляцию. Мы с вами проходим в достаточно просторный коридор. В этих апартаментах три спальные комнаты. Давайте начнем, чтобы нам не запутаться. Вот посмотрите, чтобы вы понимали планировку. Это входная дверь, также с холлом, с небольшим. Заходите, попадаете в просторный коридор. И давайте двигаться по порядку. Здесь располагается первая ванная комната с душевой. Сантехника и мебель в ванных комнатах включена в стоимость. Первая спальная комната. Она предназначается для одной односпальной кровати, либо двух односпальных кроватей. Окошечко выходит на солнечную сторону, комната светлая. Здесь вы можете видеть шкафы для хранения вещей. Опять выходим с вами в коридор и заходим во вторую спальную комнату. Здесь окошечки также выходят на солнечную сторону. Ну, это больше не спальная комната, а скорее кабинет. Потому что комнатка маленькая и у нее нету встроенных шкафов. Зато тут приятно будет поставить рабочий стол и компьютер. Дальше идет гостиная с видом на море, мы уже с вами были. Третья спальная комната, главная в этом доме, она имеет собственную просторную ванную с душевой. В этой комнате, предположительно, должна быть большая кровать. Вы можете видеть с обоих сторон розеточки, включатели, выводок антенну. Здесь будет стоять кровать. И просыпаясь утром, вы будете в окно видеть море. На этой стене также располагаются шкафы. Вытяжка для кондиционера. Здесь, кстати, планировка такая очень российская, отдельная кухня. Стоимость апартаментов, которые начинаются от 300 тысяч, в цену будет включена мебель и бытовая техника. Здесь вы можете видеть только мебель, в цену включена варочная поверхность и вытяжка. Также кухня имеет подсобное помещение, выводы под стиральную машину и водонагреватель, который также включен в стоимость. Отличное место расположения, красивый вид на море, пляж буквально в 100 метрах
отличная инфраструктура, очень красивый городок. Советую приглядеться к этим вариантам. Жду вас в Испании. Подробную информацию, фотографии, место расположения на карте смотрите на нашем сайте. Ссылка под видео. Не забывайте туда заходить. Пишите мне, я буду очень рада. До скорых встреч. Адьос.